Я нахожусь в городе Светлогорске. Это город, который находится еще западнее города Калининграда. И значит, мы почти что уже на самой крайней западной точке России. И я нахожусь рядом вот с такой скульптурой. Это скульптура царевны лягушки, которая является символом или олицетворением города Светлогорска и его возрождения. Этот символ не просто символ города, он еще и волшебный символ. И я предлагаю всем вам присоединиться к загадыванию самого заветного желания. Я совершу то действие, которое рекомендую совершить, а вы загадаете желание. Итак, задача следующая. Я прикладываю сначала палец к своим губам, затем к губам царевны лягушки, и после этого мы все загадываем желание. Понятно, что каждый загадывает свое. Я уверен, что у каждого из вас оно обязательно сбудется. Царевна лягушка не совсем лягушка, это уже тот момент, когда она преображается из лягушки в царевну. Поэтому мы уже с вами на пути к исполнению нашего заветного желания. Итак, все загадали желание. Я прикладываю палец к своим губам и к губам царевны лягушки. Наше желание исполнится. Удачи всем нам.